Студенты Республиканского педагогического колледжа навестили детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Асуиртовского района. Волонтеры подготовили урок добра под названием «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть» для воспитанников центра в честь весенней недели добра. Джанет Сатуева, волонтер движения «Чистое сердце», являлась инициатором посещения реабилитационного центра. Джанет со своими друзьями организовала сбор одежды и игрушек для ребят, находящихся под опекой работников и воспитателей данного учреждения. В рамках весенней недели добра мы посетили социально-реабилитационный центр для детей несовершеннолетних. Мы провели урок добра, потому что о добре нельзя не говорить. О нем надо говорить, чтобы люди воодушевлялись, им хотелось творить что-то доброе. Периодически мы посещаем социально-реабилитационные центры, центры помощи семье и детям, центры для детей с ограниченными возможностями. Дети с улыбкой на лице участвовали в конкурсах, которые подготовили волонтеры весенней акции «Добра». Добро – это все те качества человека, которые положительно влияют на сознание детей. Так считают многие ребята из социального центра. Конкурсы проводились с уклоном на сознательное воображение воспитанников, которые понимали, для чего существует слово «добро» и что оно значит. В социально-реабилитационном центре находятся дети, для которых внимание является одним из важных атрибутов их неосознанной жизни. Реализация поставленных задач студентами, на их взгляд, достигнута с поддержкой детей и воспитателей. Волонтеры выразили особую благодарность администрации муниципального образования город Хасавюрт за возможность посещать такого рода учреждения для детей. Урлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».